Здарова всем, ребята, меня зовут Кент ПК, и прямо сегодня будет экстренное включение, потому что прямо сегодня вышло мини-обновление. И, к сожалению, в этом обновлении ничего не добавили, а наоборот убрали. Ну и прямо сейчас вы все знаете, и что и как. Поэтому, пожалуйста, ребятки, поставьте лайк, подпишитесь на канал Кент ПК и напишите любой хороший комментарий. Ну а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Короче, дело было так. Я сижу с тиктаком, играем мы с ним в Майнкрафт, и тут мне приходит сообщение. Кент, убрали Origin коллекцию. Я такой, да не, бред какой-то. Потом смотрю, приходит еще одно сообщение. Кента пока убрали Origin коллекцию. Я такой, да быть такого не может. Потом я захожу в игру и вижу это. Я захожу в магазин, и я смотрю, что Origin коллекции просто нету. То есть в новом обновлении убрали Origin коллекцию. Теперь давайте посмотрим пост от разработчиков. Первая полноценная коллекция, которая появилась в Standoff 2, стала коллекция Origin. Ну и в общем бла-бла-бла. И в конце концов разработчики написали, что они просто-напросто убрали Origin коллекцию. И теперь Origin скины можно купить. Первое, только на рынке, и второе, выбить при помощи удачи. По-другому никак. Что это значит? Первое, что это значит, что, по сути, каждые полгода выходит обновление. В обновлении есть новая коллекция, то есть, каждые полгода будут добавлять новый кейс. И, следовательно, убирать предыдущий. Ну и, конечно же, вначале я хотел бы проверить свой инвентарь, потому что у меня, ребятки, довольно-таки много разных предметов. Ну, например, у меня есть M9 Bayonet Blue Blood. Это донатерский нож из Origin коллекции. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Я его покупал за 800 голды. Буквально спустя час он подорожал, то есть прошел один час, он подорожал. А, уже 1200 голды, подорожал на 50%. Блин, как же это дорого, посмотрите. Цены растут просто на наших глазах. Мой вам совет, ребятки, вот если вы прямо сейчас меня смотрите, покупайте Origin скины, потому что в будущем они, естественно, будут гораздо дороже. Блин, Treasure Hunter, я продал свой Treasure Hunter за 780 голды, и на нем было две наклейки. Сейчас он уже стоит 870, ребят, это очень обидно, потому что я реально потерял очень много денег. Вот эти вот M9 Bayonet и так далее, они стоили буквально по 2000 голды. Прямо сейчас M9 Bayonet Dragon Glass стоит 2600, ну вы представляете, что это такое? Я просто в шоке, у меня нету слов. Вот эти AKR-12 Railgun, они стоили по 40 голды, я их покупал для крафта буквально недавно. G22 Nest, моя девушка продала этот скин сразу после обновы за 100 голды. Прямо сейчас данный скин стоит в 3 раза дороже. Не, ну я, конечно, извиняюсь, я, ребятки, все понимаю, но просто если у вас есть какие-то Origin скины, мой вам совет, купите еще Origin скинов и буквально через недельку продайте, и вы станете самым богатым человеком в Standoff 2. На данный момент из-за этого мини-обновления просто-напросто не работает рынок. Вы посмотрите, как все виснет, как все лагает. Даже сраная Анка-Монка стоит 0.05, а 0.07. Мать моя женщина, 0.07, ребята. Вы верите в это? Сраная Анка-Монка 0.07 голды стоит. Даже, наверное, скоро будет стоить 0.08, а потом вообще 0.010. Мне вот, ребятки, интереснее всего, можно ли будет со временем покупать Origin кейсы, потому что с стикерпаками было то же самое, их убрали, потом добавили на рынок, поэтому если вы, вот если ты, да, братан, заходишь в Standoff, и прямо сейчас у тебя есть Origin кейсы, мой тебе совет, не обновляй Standoff, а просто прямо сейчас купи себе Origin кейсов на все свои деньги, я тебе отвечаю, ты не пожалеешь, и просто со временем скажешь мне спасибо, потому что, во-первых, эти скины подорожают, а во-вторых, возможно, кейсы можно будет продавать. Мой вам совет, ребятки, не продавайте AKR Treasure Hunter прямо сейчас, потому что со временем AKR Treasure Hunter будет становиться все меньше и меньше, и цена будет на рынке все дороже и дороже. А чем дороже цена, то тем больше со временем она еще будет стоить. То есть вполне вероятно, что вот этот AKR Treasure Hunter будет стоить 20 тысяч голды. Ребятки, рынок нереально сильно подвисает, просто посмотрите, нажимая найти на рынке, грузит по 5, а то и по 10 секунд, это как минимум. Поэтому мой вам совет, если вы сейчас зашли в Standoff, покупайте как можно быстрее Origin скины и просто ждите, со временем можно все будет продать дороже. Ну, в принципе, ребятки, все. Я нереально сильно жалею, что я продал свой AKR Treasure Hunter, потому что, ну зачем я его продал? Он сейчас бы стал бы вдвое дороже, там было 3 наклейки, блин, ребятки, просто очень-очень обидно. В общем, я тоже сейчас полетел покупать все скины. Вам большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем пока.